Расширить санкции против России призвала Европейский союз Чехия. В постановлении Сената говорится о подавлении гражданских прав и свобод в РФ, в частности, во время акции в поддержку Алексея Навального. 23 января по всей России задержали почти 4000 человек, а самого оппозиционера взяли под стражу 17 декабря, когда он вернулся из Германии. Накануне Московский областной суд отклонил апелляцию на 30-дневный арест политика. Безусловно, мы будем обжаловать, потому что закон полностью на нашей стороне. По закону сегодняшний суд должен был отменить, конечно, постановление Химкинского городского суда, но это было сделано не было. Если же и Симоновский суд удовлетворит представление ФСИНа, то Алексею назначат наказание, то есть условное 3,5 года наказания станет реальным.